В ночь с 24 на 25 апреля библиотеки страны работали до рассвета. Так в России прошла акция «Библионочь». 10-е юбилейное мероприятие посвящено науке, технологиям и, конечно же, первому полету человека в космос. Акция прошла под лозунгом «Книга «Путь к звездам». К звездам указывало и творчество гостей вечера. Их песни, стихи и творческие выступления были о космосе и о тех героях, первых космонавтах, благодаря которым человечество открыло дорогу к неизведанному. Да, мир огромен и прекрасен. За суетой житейских дел порой мы не замечаем все то, что каждый бы хотел увидеть, изменить, познать. Один из будущих музыкальных талисманов советских летчиков-космонавтов появился в 1971 году. Песня «Надежда» спустя очень короткое время стала настоящим хитом, который лился из каждого окна, каждого магнитофона. На вечере в Десногорске композицию исполнил ансамбль «Сударушки». Со временем «Надежда» стала гимном советских космонавтов. Перед полетом в космос они слушали эту композицию. Многие воспринимают ее в том числе как песню о первом космонавте планеты. Такая песня, которая не дает забывать тех людей, которые отдали свою жизнь, посвятили вообще всю свою жизнь родине, стране, чтобы весь мир гордился своей землей, нашей Россией. В «Библионочи» Десногорска было показано 9 выступлений. Участники получили благодарственные письма. А всего же в этой всероссийской акции приняли участие более 40 тысяч библиотек страны.